3 года назад здесь лечился от опиатов, плюс делал себе кодировку. Сейчас приехал на подкрепление. Кодировка давным-давно кончилась. Ну, не давным-давно, а год назад. И приехал на подкрепление и сразу же решить проблему из выпиванием водки. Появилась такая проблема. То есть, когда кодировался, не хотел подшиться от водки, а сейчас вижу в этом проблему большую. И решил закодироваться и от водки, и, естественно, пройти сеансы и укрепить свой результат, тот, что добился. В принципе, первые дни был чуть-чуть разочарован, бо был под таблетками. Не мог понять, как это надо делать и что надо делать на сеансах. После того, как перестал пить таблетки, я все понял, осознал и начал работать на все 100 на сеансах, отдаваться. Что и вам, ребята, всем советую, надо работать. И если не будешь работать, это не волшебники и не Господь Бог по щелчку приехал тебе, ты здесь щелк и вылечился. То есть надо работать и отдаваться на все 100, тогда будет результат. Психологически важко было, но чтобы так в голову оно не лезло, если честно. Потому что я был настроен ехать лечиться, а не дурака валять. И в принципе, я себе сам запрограммировал 100% результат. В голову, в принципе, не лезло. Ну, плюс я возобновил все свои старые отношения с друзьями, которые меня бросили, когда я начал заниматься этой плохой ситуацией. Возобновил и... В принципе, что одно единственное, что я с ними встречался и по 50 грамм вот это, что я выпивал. Сейчас это было на протяжении 3-5 месяцев, что у меня получилось. И потом все-таки я взял себя в руки, понял, что водка это не выход, то есть надо было и... не давать себе вот этих лазеек оставлять. Надо было все-таки делать полный комплекс лечения, тот, что советуют врачи. Я думаю, сложностей никаких не будет. И сейчас приехал уже закодироваться и от водки. Появилась проблема водки. Очень много изменилось, то есть полностью поменял образ жизни, поменял все. Номер телефона не менял, то есть все те 4 фактора, которые мне врачи подсказывали и сделать, я их придерживался, и оно само собой все отпало, и жизнь как-то сама собой начала налаживаться. То есть поставил себе цель и начал ее по чуть-чуть достигать. После достижения цели у меня уже сразу была вторая, и третья, и четвертая цель, и очень-очень много изменилось, все пошло на лучшую сторону, и сейчас, в принципе, не могу остановиться, как пошел вперед, и все, и только вперед, и вперед. То есть жизнь прекрасна, радуюсь жизни трезвой, почему я этого раньше не видел, этого не понимал, до клиники. Ребята, ехать лечиться, в первую очередь, что вам посоветую, это надо ваше внутреннее желание. Никого не слушать, ни родителей, ни чтобы вас не подкупали, ничего. Это должно быть ваше решение. Вы должны осознанно сами это сделать и дойти до этого в своей голове. Тогда у вас все получится. Если будет цель ехать вылечиться, а не приехать отдохнуть типа на курорт, в санаторий, подлечиться, спрыгнуть с кумаров, это не пойдет. Надо решительно ставить себе цель и ее достигать. Иначе ничего, ребят, не получится. То есть должна быть цель, должно быть желание, чтобы это все сделать. Иначе все будет в трубу.